Всем привет, с вами Современно Брои. А вот и мой первый понедельник после отпуска, собственно, как и первая полноценная неделя. Благо, что первый такой день оказался достаточно легким, так как сегодня мне нужно было только убрать мусор, так как бревен нету, да и ящики наполнены. Конечно, есть сомнение, что мне не привезут эти бревна, но, как говорил Спайк, это проблема меня будущего. К тому же, я уже говорил пару начальникам об этом, и если они не справятся, то и запустится подавно. Но ладно, не буду клеветать, всегда надо надеяться на что-то хорошее. И, кстати, бревна привезли. А так у нас очередные шорты по Equestria Girls, почти как Tell Your Tale, только в два раза меньше. Казалось бы, куда еще меньше, но и не менее забавнее. Хотя сейчас так не скажешь про новое поколение, то даже уже забавность потеряла. Напомню, что бобенки все еще дополнительный продукт к поням. Настолько дополнительный, что тут по сути даже пони нету, а в названии есть. И нет, главный сериал тогда не сдох, и впереди был целый фильм с сезонами. Поэтому хочу сказать, что к этим мини-шортам просто хочется относиться как к чему-то дополнительному и приятному. Даже если серия будет полным отстоем, она все равно будет буквально подарком. Надеюсь, вы меня поняли, как я примерно это дело оцениваю. А пока что давайте уже перейдем к обзору. Ах да, хочется еще напомнить, что тут мы скорее не оцениваем, а кратко пересказываем, что вообще происходило в мини-сериях, и даем оценку, если есть в этом смысл. Хотя, кстати, в некоторых эпизодах хочется высказаться. Итак, первая серия рассказывает вполне житейскую базу, что в очереди стоять с друзьями очень классно и прикольно, а главное, время летит очень быстро. А еще там был Тирек в качестве игры. Следующая история повествует о том, что ты, в принципе, можешь сделать даже, казалось бы, скучную лекцию очень даже веселой и интересной. Конечно, у наших баб тут есть суперсилы для этого, но будто бы можно и без них это делать. А еще тут была мод «Респект». В принципе, похожая мораль и в следующем эпизоде, но там все чуть сложнее. Пинки вроде как должна была развлекать ребенка, но пришлось Пинки развлекаться самой. Как-то так, забавный эпизод. Следующий — это соревнование Rainbow Dash и Applejack. Всегда, честно, выглядит нелепо, а в бобенках тем более. В серии даже особо непонятно, как Reality по итогу взяла себе с видео AJ, хотя поначалу она ей даже не нравилась. Следующая серия типа лорная. Оказывается, что кристаллы настолько связаны, что если кто-то много юзает свои силы, то и другие носители магии это ощущают на себе в виде того же усиления магии. Короче, виновата Дэшка, туда ее. Дальше идет целая песня про тест и как Твайка готовит друзей, где нужно просто под каждого найти подход. Достаточно интересно. Дальше что-то типа неудачного свидания Твайки и Тимбера, продолжение их романа, которое особо ничем не кончится, но почему бы и нет, зато узнали, что Старцвирл астролог, или кто там, и это, честно, странно выглядело. Дальше для меня неоднозначная серия, где наши бабенки типа герои комиксов, бегающие за преступником, ловящие и садящие их в тюрьму. Пацана жалко, костюмы выглядят лишними, а вот эта Sunset вообще комикс рисовала, так что не канон. Ладно. Дальше идет очень смешная серия с тем, как Трикси пытается доказать, что Флаттершай списывает у птиц. Конечно, сценарно серия так не задумывалась, но меня эта ситуация просто сильно рассмешила. Дальше нам показывают, что Рерити там карьеру строит, важных теть зовет во время творческого кризиса, из-за чего витрину за место Рерити красит Sunset. Не знаю, что сказать про эпизод, ибо какой-то искринки ему не хватает. Дальше идет эпизод с очень мне понравившейся песенкой, но совершенно безумным сюжетом. Не, понятно, магия все возможно, но Твайка, например, особо даже не реагирует на то, что цветы поют и танцуют. Наоборот, ей даже это понравилось поначалу. И это немного походит на Шизу. Ну и последнее. Это базированная бабка, что катает школьную рок-группу, преодолевая препятствия. Опять же, хочется сказать, что последний эпизод намного ближе к сердцу лежит, нежели летающий самолет из Г5, на который, кстати, уже давно забили, потому что у нас там супер парк развлечений. Хм. Забили. Короче, серии в основном забавные, вызывающие небольшие смешки над забавными моментами. Просто хочется сказать, что это приятно. Надеюсь, вам будет так же приятно, когда мы уже перейдем к вашей любимой рубрике «Придирки». You can make it. You know what you got. You got.
выглядит так, словно это единственная игра в этом городе. Самый худший таймер, по-моему. Не верится, что мы здесь уже 3 часа. С друзьями время летит незаметно. Ну, не то чтобы Sunset было скучно. Не верится, что мы здесь уже 3 часа. С друзьями время летит незаметно. Ха-ха, прыжок доверия. Это небезопасно. Радуга, дышь? Выглядят как попрошайки. В нее можно играть вместе. Типа как мультиплеер или как в старые добрые времена пододвинуть стульчики и смотреть, как один играет. Могла бы и рукой по голове потрепать. Устроим мой сюрприз. За дело. Интересно, как Мэй Сикс не заскучала? Но начинается все с того, что раскаленная магма выходит на поверхность через вулкан. Она называется лавой. А вообще, экспонат должно было разорвать. Но тут только блестки летают. Как почетный член отряда МОД, хочу попросить. Подпиши мой учебник геологии. Откуда она взялась? В толпе ее не было. Я ни за что не могу пропустить большой слет юных дизайнеров. Нифига ты парадно вырядилась. Интересно, что это за девочка? Больше просто мы ее не видели. О, ты просто спасительница. Удачи! Пиратки помахали рукой своим новым друзьям и уплыли навстречу закату. И они жили долго и счастливо. А потом этих пиратов отправили на плаху за очередной грабеж, ибо в основном такова их судьба. Только для Рерити эта свинья воняет. А в кружке юный фермер есть традиция фотографировать своих питомцев. Кстати, почему не Вайнона? А вообще, можно вот так вот быстро вступать в кружки? Официальный кружок дындеров? Такое бывает? Интересно, это отсылка на первое поколение по ней? Это же мой поросенок! Что ж, наушники не помогают. Я знаю, о чем думает каждый, даже без прикосновений. Ну, Шизу тоже наушниками не заглушишь. А вообще, надо было музыку врубать. То есть, если использовать магию с умом, она будет оставаться под контролем. А наши кристаллы зажгутся, если нагрянет бокозлюка. Ну, типа того. Даже тут есть ограничения. В 5-м поколении уже плевать. Там пони в порталы бегают, чтобы детьми стать. Но один раз в специальном случае там можно. Вообще, в очередной раз издеваются над Зефирбризом. Осуждаю. Надеюсь, вы подготовились, ведь итоговые экзамены через 2 недели. 2 недели это целая вечность. Вот пару часов это да, мало, а тут еще можно пинать. По-моему, вот такие расчеты огромных сумм происходят не на рандомной бумажке. Они тут в шахматы играют. Я так понимаю, Sunset типа не надо готовиться. Это еще и тест, там вообще изи написать. Я понимаю, что бабенке уже не 1 год, но просто прочувствуйте контраст. Мэй Сикс сдает тест Чирайли, пока в Эквестрии это же Чирайли учит детей. Флаттершай держит в заперти бедных светлячков. О нет, показ в планетарии скоро начнется. У вас там меньше минуты на гравитацию уделялось, что уже прямо сейчас надо бежать в планетарий. Горячо. Горячо, горячо, горячо. Вроде умные люди, а они поняли, что оно горячее. Как-то хреново была банка закрыта, раз она открылась от небольшого толчка. Тем временем в Кантерлоте. Целый день в большом городе мы можем делать все, что захотим. Они-то говорят, будто это какая-то поездка на море, хотя они тут живут. Как-то легко он ее застанил. Иди нахуй! Бабка себе копчик отбила. Мне так жаль. Но теперь у тебя будет много времени подумать об этом. В тюрьме! Вот так, помогли не потерять очередной товар у богатого продавца и испортили жизнь парню, у которого и так ничего не было. Спасли капитализм. Да, я видела, как она говорила с этими птицами. Флаттершай, списывание – серьезное нарушение. Как много птицы могут знать о математике? Вообще такое чувство, что главный в классе не Крэнки Дудл, а Флаттершай и Трикси. Великой и могущественной Трикси нужен репетитор. Кто из вас знает тригонометрию? Прости, Трикси, но у тебя нету суперскилла с беседы с животными. Ах да, Рерити? Нет, на бордач. Так говорит, будто бы Рерити всегда фейлит. Еще одно произведение таинственного уличного художника Флэнкси. Эх, когда-то Изи была с Нипси. А так, неужели всем так интересно такой небольшой стрит-арт? Ну, ты выбрала одежду для покраски. Она должна быть готова уже завтра. Я иду домой! Оревор, карьера! Вот так рыночек и пришел Рерити. Рерити не волнует, что кто-то туда пробрался и нарисовал все это. Я так рада, Спайк! Я даже принесла свою лейку! Ну, лейка это прям показатель. Нифига у директора сады. Как у вас дела? Чуть водицы дашь нам? Хочешь ведь помочь нам?
и работа пользу принесет. Твайлайт, а как по-научному это называется, когда цветы начинают танцевать и петь? Вряд ли тут работают эти смайлики. Фига Applejack оперативно. То есть вы решили еще больше полить тех, кто хотели поливки, и это сработало? Не волнуйся, GPS учел трафик. Судя по тому, что будет происходить в серии, у наших героев всего пару минут, так что не учел. Я знаю короткий путь! Как удобно, что он прямо на повороте. По-моему, это делается намного сложнее. Извините нас, простите, что прерываем ваш обед, но не могли бы вы нас пропустить? Но тут голая дорога, что они там кушают? Какая-то слишком имбовая посыпка. Держитесь крепко, девочки! Уху! Подожди, бабуля! Простите, мы ценим ваш труд! Скажите реквизиторам, что нам нужен еще один мост! А штраф будет платиться? А настроить инструменты, звук? Тогда, кстати, Twilight из этого мира успели взять Rainbows, она типа тоже солистка. Знаете, как-то даже особо нечего добавить. А тут всегда будет нечего добавить, потому что это шорсы, опять же, про всех и про все сразу. Единственное, что здесь, наверное, подмечательное, это то, как работают кристаллы. Ну и там по мелочи. Очередной карьерный рост Rarity за счет Sunset, у Селестии там сад есть, оказывается. Rarity следит за детьми, ну, имеется в виду, следит с ними. В общем, чем только подростки девочки не занимаются. Про это, собственно, и спешалы. Они должны вызывать у тебя смешок или улыбку. С этим они справляются, поэтому я рад. Претензий к ним я не имею. А как вам этот набор спешалов из 12 серий? Напишите об этом в комментариях. А тут какое-то массовое падение просмотров происходит. Даже шорсы посмотрели меньше 2000. Понятно, что где-то четверть из просмотров отваливаются из-за замедления, но чё-то будто канал мой стал сильно это ощущать. Если что, кстати, насчет Ютуба я не шизик, я останусь здесь, так как Ютуб это тупо монополия в плане видео. Да, по стримам Twitch может посостязаться, но в плане алгоритмов и всего прочего альтернатив тут просто нету. Но на других площадках я тупо сдохну, да даже здесь, судя по просмотрам, я помираю. Думаю, обойти замедление очень легко, я уже обошел. Даже без VPN. Думаю, люди умные, гуглом пользоваться умеют. А пока что всем пока, и до четверга.